28 мая в нашей стране отметили День пограничника и столетие пограничной службы. Именно в этот день в Минске стартовала эстафета памяти «100 лет на страже границ Отечества». Сейчас ее приняли в Гродно. Она проходит вдоль всей государственной границы. По маршруту участники эстафеты посетили все подразделения границы, места захоронения воинов-пограничников, а также мемориалы и памятники. Уже пройдено более 4000 километров. Запоминается только лишь наиболее трепетно отношение людей, когда они нас ждут. И вот когда происходят все встречи, они всегда происходят очень в теплой, такой дружеской, семейной обстановке. Вот, везде очень радушно, везде от души и очень благоприятно. Кроме торжественных мероприятий, гродненцы и гости города смогли посетить мобильную экспозицию Государственного музея истории Великой Отечественной войны. Здесь представлены уникальные фотографии, выдержки из документов, оружие и военная форма. Все желающие могли сфотографироваться на память. Особый интерес военная атрибутика вызвала у детей. Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» завершится 22 июня в 4 утра в Брестской крепости.